Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш объектив Гелиос 44М4 с одуванчиком Ушникова и переходником на Canon. Вот он ваш объективчик 90-го года выпуска. Первые две цифры серийного номера говорят о годе выпуска. Экспортная версия. Сейчас я проверю его в моей камере. Вот видите, шкала объектива находится вертикально сверху, в отличие от обычных переходников, где она может быть на 11, на 15 часов, а может вообще быть снизу. Вот. Я запрограммировал фокусное расстояние 58 миллиметров, диафрагму двоечка, диафрагма, как у меня написано и как говорит спецификация одуванчика, не меняется во время съемки, потому что Canon считает экспозицию по количеству света попадаемого. То есть реальный свет, который попадает в объектив, он и влияет на экспозицию. Ловушка фокуса включена. Ловушка фокуса — это функция в одуванчике, которая не позволяет сделать снимок, пока нет наведения на резкость. Все как в обычном автофокусном объективе. Смотрите видоискатель, выбираете нужную точку фокусировки, поджимаете кнопочку спуска на пол кнопочки и плавно ведете кольцо фокусировки. Как только фокус появляется, кнопка срабатывает. Слышите звуковой сигнал, световой сигнал. Ну, все как обычно. Этот режим ловушки фокуса работает в режиме One Shot. Ну, все подробности работы с одуванчиком, а также инструкцию по программированию, потому что, возможно, понадобится юстировка точки подтверждения, потому что это зависит от камеры, на которой будет стоять объектив. Я пришлю на почту. Напишите мне ваш адрес в сообщениях на OLX. Я вам в ответном письме уже на почту пришлю все необходимые справочные материалы. Сейчас я упакую объектив. И отнесу его на почту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.